Всем привет, друзья! С вами Любопытный Геймер, и мы продолжаем играть в Dark Souls 2 с Color of the First Sin. Мы довольно далеко уже забрались. Это какие-то драконьи... Как это называется локация? Я опять забыл. Какой-нибудь драконий пик или что-нибудь вроде того. Сомневаюсь, что туда стоит прыгать. Нет, туда определенно не стоит прыгать. Они здесь летают прям. Интересно, они просто так для красоты или они реально могут мне вонзить? А, можно сюда. А можно куда? А вот это что такое? Такое ощущение, что здесь... Ну ладно. Условно здесь ничего нет. Какие-то веревки. Это похоже на... Скоростные спуски или типа того. То есть вот оттуда я могу, например, куда-то. Как-то, вау, и туда, да? Понятно. Ну ладно. Ах ты ж бес проклятый, а. Здесь ароматная ветка, что ли, нужна? И как вашу за ногу я ее достану вам? Где? Где я ее возьму? Вот так внезапно. Сволочи. Ладно, у меня есть еще один вариант, куда пойти. Но я не очень уверен, что... У меня такое ощущение, что сейчас нам просто обломают все это дело. Ну, я не знаю, это просто читерство какое-то, неправильно так делать. Ага. То есть, в принципе... А, нет. Преграждает он вон там путь. Думал спрыгнуть туда. Ладно. Я могу ведь, да? Могу. Но это, собственно, единственная возможность. Больше вроде как никуда не могу. Ну, я должен найти здесь какую-нибудь ветку. Иначе какой смысл? Так, можно туда. Но я туда пока не хочу. Я хочу здесь побегать. Так, а тот что, просто взорвался, что ли? Который здесь сбоку стоял. Странно. Погодите, я что... Взял и пропустил. Здесь есть хитрый секретик. Мерцающий титанит. И бег и тогда прыжок. С разбегу прыгай, типа. Выпусти меня отсюда. Нет, здесь... Здесь нет секретной двери. Нет. Но нам не напрасно ведь давали это перышко. Да? А, ладно. Нам, собственно, кофею и надо, нам потому что надо опять наверх. Там мерцающий титанит, это, в принципе, хорошо. Ну, не то чтобы сильно. Нормально. В принципе, если у меня не получится здесь... Кстати, вот там вот еще, да? Интересно, я мог бы спрыгнуть во время движения? Не знаю. И к черту. А откуда он взялся? Я ведь не сидел у костра. Я не сидел у костра, люди. То есть в замок я не пошел. Я пошел сюда, и там он на меня напал. И что произошло-то? У черта. Они опять здесь. Куда они набежали? Я могу еще сюда спрыгнуть.
Ладно. То есть у меня, в принципе, есть варианты, куда идти. Да, реально, я могу вот сюда спрыгнуть, например. То есть, в принципе, мне не обязательно ту статую оживлять. Мне, в принципе, есть куда пойти. Я могу вот сюда пойти. Но сначала я пойду сюда. Я отсюда могу вернуться. Ага, Дрейк еще один. А здесь еще враги есть? Вставай, оглобля! Ау! Ау! Черти проклятые. Да ты... Скотина, убей его, дракон. Да, блин. Интересно, они респаунятся? Он от яда, понял. Абсолютно тупая скотина, но, блин. Из этих ублюдков, которые напали меня неожиданно. Мне поломались перчатки. И кольцо дракона. А все остальное в плачевном просто состоянии. Кольцо злого глаза, это хил за убийство. Камень кровотечения у меня, в принципе, есть. Подъемник. Вот. То есть, там наверх можно? Не смей. Драконьи яйца, но я их не разбивал. С другой стороны, возможно, всем насрать. Ведь они разбились. И значит, мне хана. Не знаю. Наверное. Ну не знаю. Ловушка. Какая ловушка? О чем речь? Тупик впереди. Я, кстати, человек, значит, ко мне могут инвейдиться, в принципе, да? Ну, черта. Где что-нибудь? Здесь Дрейк, да, и... Возможно, тут есть кто-то еще. Да что ж так, блин, я даже не понял, кто там. Интересно, кто там был? Мне надо, блин, я теперь не могу вернуться назад и починить все это дело. Что я сломал, кроме ноги? Вряд ли они спавнятся, хотя... Большие здоровяки спавнились. А, нет, мне не сюда. Мне наверх, да-да. Что сломано? О, да. На мне все сломано. Окей. Будет как в старые времена, да? Мне все равно надо вернуть себе души. Умри.
И к черту. Но все равно умри. Нет, они не спавнятся. Но, возможно, спавнятся эти ублюдки. Да, они сверху. Гаденыш, а? Но им хватает одного удара хорошего. Вроде больше не летят там наверху. Что? Ящерица, по-моему, вот прямо над острием уничтожителя. Дрейк, значит. Но кто в меня пускал молнии? Я слышал явный звук электричества. Вот это тут козлина. Ага. Камень магии. Ну, неплохо, да? Я, конечно, не собираюсь. А, вот, смотрите. Еще одна ящерка. Чудесно. Еще камень магии. Да что ж такое? Огненная буря — это заклинание, да? Должно быть, да. Довольно пустая локация. Кроме дрейков, которые не спавнятся, и вот этих вот пацанов, здесь больше никого нет. Пацаны как бы совсем ни о чем. А дрейки не спавнятся. Ну и ладно, правда? Че пишут? Может помочь дальний бой? Против кого помочь-то? Я его уже убил. Я ведь зашел наверх этой арены, да, и там стоял электрический маг, который пускал меня молнии. Скотина умерла. Женщина впереди может помочь мужчина. Чего? Что за бред вы несете, наркоманы? Засада не удалась. Дальний бой. Место стрелка — спокойствие. В кого стрелять-то? Нет, ну ты умри сначала. Оу. Это слишком далеко. Нет? Ха-ха. Попал. Но все равно взорвется, да?
Бам. Окей. Может помочь дальний бой. Как мне может помочь дальний бой, придурки? Поломка снаряжения впереди, так что слава вместо стрелка. Кого мне предлагаете стрелять? Засада впереди. Ну, опять из-за угла, да, там нападет какой-нибудь черт. Осторожно, засада, дыра. А, вижу. Не-не-не-не. И они просто... Давай, чувак. А куда вы пошли-то? Дурачки. Старый лучится самоцвет жизни. Осторожно слева. Слева? Осторожно слева. А что слева? А там как раз я пришел к этому месту, которое у статуи. Вау. Дрейк. Я вижу тебя, ублюдок. Умри. Так, там ящерица, да? И эта ящерица. Ящерицы разбежались, но не все. Темная смола, это хорошо. Темная смола. А, с них дропается темная смола, это очень прикольно. Камень темной ночи. Он что-то охраняет, да? Ау! Чуть не упал. А, с тебя я, по-моему, уже снял все, что можно было снять. Ну, титаниты всяческие, понятное дело. Отсюда должен был спрыгнуть тот чувак, которого я выстрелил из лука. Ну, окей. Что у тебя под крылом? Камень разрядов. Давай умирать, что ли, друг? Креативно. Ау. Да блин. Отважного воина. И что с тебя, собственно, падает? Кварцевое кольцо огня 2. Да, я могу улучшить защиту от огня. Куда еще я могу пойти? Я могу пойти сюда. Здравствуй, друг. Или не очень друг, но все равно здравствуй. Тебя я вижу. Ящерка. Ну, очень хорошее место такое для для кача. Ящериц. Отличный монстр. Я сломал яйца.
Куда нахрен ты бежишь? Умри, чудовище. Что за гребаный дабстеп? Так, здесь что у нас? Уголь вражды. Здесь нам мешает статуя. Ну, я не знаю, тогда смысла нет особого в том, чтобы ее ронять, эту статую. Пусть остается такой. А, так, и значит, получается, что это то самое место, то есть куда я могу провалиться, это именно туда. Там мне не надо проваливаться. Да? Ну, собственно, почему не надо? Уже надо. Туда? Блин. Блин. Так, что у нас здесь? Ничего. Так. Ой-ой. Так, булавница. Ты с кнутами, что ли? Как я не люблю этих кнутовщиков. Ну давай, иди сюда. А, нет. Ну давай. Оп-оп-оп-оп. Ну давай. Выходи. Хорошо. Изгнали. А, да, я все время забываю, что мне не обязательно быть человеком, чтобы ко мне могли вторгаться. Совсем не обязательно. Вообще никак. Что там темный дух? А, просто темный дух. Ну и они с ней дрались, и ей она им накостыляла. Окей. Тогда можно попробовать спрыгнуть. А это то самое место, да, которое... Угу. То есть я описал... Я сделал круг. Круг, 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 круг. Что бы мне придумать, так, чтобы особо душу-то не терять? А, ну по большому-то счету ведь это все, да? То есть что там наверху? Это я там был. То есть можно опять туда сейчас пройти. Угу. А с той стороны у нас чего? В тех местах-то я уже был или нет? Наверное, был. Ну, в любом случае я смогу вернуться. В принципе, а, и я, значит, сюда мог спрыгнуть и пойти туда. То есть все, по большому счету, да? Похоже, тут, похоже, да, похоже, все. Хотя. Нет, есть один момент интересный, который я до сих пор не знаю, что с ним делать. Это...
не вышло. Что у тебя не вышло, я не знаю. Как пробраться? Да, я вот сюда, по-моему, не сходил. Точно. Развлекайся. Отлично. Ну и вот, собственно, все. Вот теперь точно все. А, ну и раз все, мы тогда возвращаемся к пером. Перед тем, как идти в тот замок. Я не думаю, что в замке будет сильно легко. Надо вернуться на базу и починить все барахло, которое у меня было поломано. И, наверное, взять пару уровней. Возможно, да. Так, давай, друг, починим. Да, починим все. Не так уж и... Да, блин. Не так уж и много мне сломали. Стрел еще дофига. И что, мы возьмем кольцо опять дракона, да? А вместо этого возьмем, ну, наверное... Не знаю, может, кольцо защиты? А где, кстати, оно? А вот оно. Так. И... Вернем. Я все еще быстро катаюсь. Нормально. Так, и что у нас хватает? На сколько уровней? Сколько у нас стоит подъем уровня? 20, ну, 30 тысяч, да? Значит, на 3 уровня мне хватает. И это будет... не знаю. Так, переносимый вес. Нет. А, адаптируемость, да, за переносимый вес включает. Ну, чё так мало-то? А, это баланс. А где переносимый вес? А, вот 70. Да. Физиче. Так. И немножко это дает как бы жизни, немножко физической защиты. На, это слабо. Да все, в принципе, не особо много дает. Сила мне вроде как и не особо нужна уже. Ловкость только если. Я не знаю, давайте... Адаптируемость. Физику. Как-то так. И да, мы летим в... Где там эти драконы? Единственный костер на локации. Возможно, мне стоит перераспределить как-то навыки, но... Да, не знаю. Неохота. У меня, по-моему, есть сосуд души, да? Да, у меня их 4 штуки. Да. У меня полно душ, в принципе, я их пока не хочу использовать. И на этом мы серию завершим. Не забывайте ставить лайки, дизлайки, можете комментировать видео и подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. А я с вами прощаюсь. Это был Любопытный Геймер. До связи.